по-традиционному очень трудно начинать разговор, поскольку наше искусство, оно вообще никакое. Оно непонятно, из чего берется, во что оно концентрируется, во что соединяется. Все непонятно. Потому что все рукотворно, все сфантазировано, все начинается с белого пространства. Но в то же время, когда ты начинаешь, так сказать, ретроспективно смотреть на свою жизнь, то вдруг начинаешь понимать, из чего, собственно говоря, все это произрастает. Вот кое-что я хотел бы вам вначале прочитать. Но прежде чем прочитаю, я попрошу буквально 2 минуты, чтобы здесь прозвучала одна мелодия, а потом по тексту вы поймете, почему я попросил. Будьте любезны. Он гейм, ну, дал, ну, пепер, ну, шмалц.